Вот эти лозунги «хоть камни с неба, зато мы в России» уже исчезли. Очень мало уже там в официальных зданиях крымских, эти российские флаги. Есть когорта людей, которые там тупо верят вот этому зомбоящику, они уверены, что Крым – это все навеки, навсегда Россия. Но таких мало. Какая-то женщина говорит, да если бы я знала, что так будет, я бы руку бы отрезала, чем голосовать за присоединение. Она всерьез думает, что от ее голосования что-то зависело. Таких настроений много.